Александр Матросов, механик Маклаков и Александр Попов. Все это флагманы Енисейского речного пароходства. Завтра 7 кораблей выстроятся в одну шеренгу, чтобы показать шоу-парад судов. Уже почти 40 лет красноярские речники отмечают свой профессиональный праздник – День работников морского и речного флота. Корабли и теплоходы выстраивают в колонну. На берегу в это время проходит концерт. С капитанского мостика горожан обычно приветствуют ветераны речфлота и почетные красноярцы. Начнется праздник завтра в 13:00 на набережной Енисея у третьего причала в районе улицы Сурикова.